Ну вот смотрим, Малин наверху, передача и мощный выстрел. Это шаг. Бросал, но там видел все равно, сейчас Светберг, шаг в него попало. Не удалось выбросить уфимцам шайбу. Снова Джастин Шак. Ну и вот отличный момент, конечно, у Гиллиса. И все правильно он делал на самом деле. Над плечом Светберга пытался попасть в угол. Но, по-моему, вратарь шайбу задел. Задел. А над плечом Гиллиса он четко все видел. Во-первых, Шак вот здесь пытался бросить между ног Арзамасу. Вот Гиллис прекрасно видно было, что он успел поднять голову, посмотреть, где находится Светберг. И он видел, ну, на самом деле, попади здесь, это...